Всем привет! И женщинам, и мужчинам. Так как песню про мужчин я пела к 23 февраля, то думаю, что справедливо будет спеть песню про женщин к 8 марта. Не то чтобы даже про женщин, а про жен. Именно про жен. Так как свекровь у меня уникальный человек, это та женщина, которая плетет корзины на нашем канале, семейный канал у нас, так как вместе с папой, со свекром. Мама сочинила песню, она, кстати, сочиняет стихи, кто смотрит видео, в некоторых ее стихи звучат, стихи про сад, стихи о их жизни. И вот она, послушав песню на 23 февраля, решила сочинить ответочку к 8 марта, чтобы женщинам было не обидно. Так что это будет интересно как и мужчинам, так и женщинам. Как хорошо женою быть, могу из свёклы борщ сварить, слабо котлеты замутить. Не надо с другом водку пить. Как хорошо женою быть, на жизнь нелегкую забить. Не надо гвозди забивать. Зачем вообще их забивать, когда есть шуруповерт? Но если муж пришел бухой, на утро накорми ухой. Он честно ночью рассказал, что с другом сына обмывал. Усы не надо подстригать, к весне бородку отпускать, к ширинке пуговки пришить, не материться, не тупить. Быть женою хорошо, подкачай свое лицо, губы, грудь, все выше глаз. Расклад у нас. Не надо утром мужу врать, что закатилась под кровать, что приходилось секретарь чинить от велика педаль. Как хорошо женою быть, понять, обнять, любить, простить, пылинки в старости сдувать, горюшка не знать. Быть женою хорошо, подкачай свое лицо, губы, брови, высший класс. Вот такие дела у нас. Еще один. Не надо полчаса стоять, колеса нужду справлять, по ужам вкус сырой не лезть, а можно взять да и присесть. Как хорошо женою быть, кусок последний разделить, услышать добрые слова, что ты ему всегда нужна. Быть женой подкачай свое лицо, губы, грудь, все высший класс. Вот такие дела у нас, грудь и попа, высший класс.